О том, как создаются двигатели автомобилей Ford и где их производят, рассказал Серхио Тахада, менеджер отдела производственной обработки материалов компании Ford Sollers. В рамках форума автоматизации и прогрессивных технологий прошел его мастер-класс для студентов Набережно-Челнинского института КФУ. Сегодня здесь я расскажу о новых видах производства двигателей, которые мы хотим запустить в городе Елабуга, о новых возможностях для развития молодых специалистов, которых мы рады будем видеть у себя на заводе. Серхио рассказал о новой системе производства двигателей Ford. В Елабуге будут выпускаться три основные детали – блок цилиндра, головка цилиндра и коленвал. Также он отметил, что сейчас компании требуется много новых специалистов, которые в будущем станут руководителями отделов на заводе Ford Sollers. Алена Липина, Игорь Морозов, Универньюз.